Очередная рыбалка трясется. Очередная рыбалка. Все перестало. Че, очередная рыбалка. Очередной тот же пруд, только в котором я первым был. И вот сидим, ловим. Закормился, две палки поставил. Флет. И классика. Патерностер. Тоже он поклевка была. Нет, волна. Так что вот так. Попробуй вытащи, мне кажется, там у тебя кто-то сидит. Есть что-нибудь? Не знаю. Что чувствуется? А? Это, наверное, кормушка просто. А, не, есть. Или сильно не крути. Вот ушел он у тебя. А это был карась с ладонь. Что-то есть? Да. Мне кажется, он уже ушел. Или нет? Подтяни маленько себе. Тебя. Ты подтяни маленько. А, не, есть кто-то. Не пойму, кто. Карасик. Карасик? Да. Выпутался с твоей. Вот такой. Ай, он сюда. Не, ну зачетный все-таки. О, хорошенький. Видишь, червячка подсадил. И у тебя еще дернул. Подожди. Просто поклевка была хорошая. У меня куртка рванула. Где ты ее порвала? Она порвалась сама. Ну да, сама она никак не порвется. А это порвалась. Ну да, висела и сама порвалась. Ну да. Ну да. И скучно было. Я так и понял, что она сама порвалась. Ну да. Ага. Опять он дергает. Ну-ка, подсекай. Пробуй. Пробуй. Есть что-то? Ощущение, что-то у тебя как будто там сидело. Да, больно сильно не крути. Было или уже нет? Уже нету. Ну, что-то, по-моему, не было. Все, что... Давай, тяни. Есть? Да, что-то есть. Ну вот, видишь, больно пыром так не надо. Тихонько, потихоньку, полегоньку. О, в сторону. Сильно не иди, сильно не тащи, сильно не тащи. Сильно, говорю, не тащи. Ура! Куда так тащишь, Ташет? А я думал, ты говоришь, тащи. Я тащи. Говорю, сильно не тащи. Сильно не тащи, говорю. А я думал, не. Ну, с ладошку. Я говорю, сильно не тащи. Он еще быстрее крутит. Он чуть у тебя опять не ушел, губу ему не оторвала. Да? Ну. Давай, есть? Есть? Есть. Ну, видишь, поклевка была какая. Да, не торопись. Больно не торопись прям. Ты так сильно боль не утаскивай, поводок оторвешь. Теперь бери сама, снимай, мне-то чё. Ложи удочку аккуратно и снимай карася, на. Зачем вот так вымотала? Маленько спустить надо было. Удочку поставила спокойно. Все. Снимай. Теперь иди, закидывай туда. Давай. Вот видишь. Хороший, нет? Угу. Он видно. Ты больно так сильно не тащи. Ну хороший. Ну да высоко не поднимай. Зачем ты так? Ну высоко не поднимай. Ты его вот взяла. Все.
Ну положи его. Зачем ты высоко так поднимаешь? Чтоб тебе удобнее было брать. Дернула и все. Ну, знаешь, подожди. Да, на классику лучше клюет, чем на этот. Че? На классику лучше клюет, чем на флет. У тебя флет? Угу. Теперь, значит, на классику перейдем тоже. А зачем? Ну, поклевок больше. Флет, видимо, поводок коротенький, он хватает, чувствует кормушку. Не засекается. Либо попробовать поводок еще поменять. Может, крючок уже износился. Карасяндрик. Карасяндрик. Ты меня уже обловила по карасю. В лицо еще. Удочку положи и снимай его. Вот и снимай. А я буду чай пить. Mm-mm. И пиццу жрать. А что он не шевелит? Есть? Да. Не, а что мне нету? Почему тебя клюет? Мне нет. Чего у тебя хитро так? Опять карась, да? Быстро так не тащи. Это, да не высоко не надо так. Зачем? Ну вот что ты делаешь теперь? Подожди. Держи теперь. И ложи удочку вот рядом. Вот так раз. Все. Ну он тоже что-то дергает, только не знаю что. Опять мелочь, наверное. Почему у тебя карась клюет, у меня нет? У меня что-то карась опять избегает на нашем водоеме. Зато в Астрахани достает. Да? Угу. Я тоже поймал карася, походу. Это? Да, ты свою удочку поправь маленько. Наконец-то я заловил второго карася. Ух, у меня зато какой карась, видишь? Крупнее, чем у тебя. Видишь, я же его не тороплюсь, как ты вытаскивать. Зато у меня карась крупнее, чем у тебя. У меня зато рекорд по карасю. Для этих мест. Вот какой жирненький толстяк. И коренной толстяк, да. Все, наверное, сидит там или нет? Не, наверное, нет. Есть? Да. Есть? Да, есть. Опять поймала. Там поди хороший. Ты больно сильно не тащи. Не тащи сильно. Видел, как я вытаскивал, не торопясь? Вот, все, теперь под себя. Все, выше не надо, не крути. Бери его. Бери и это, удочку ложи. Удочку ложи. Вот у меня поклевка красивая, видишь? Он что-то как-то подходит подходами. Прям поклевка хорошая была. Но не крупная. Такой же, наверное, карась. Угу. Чего ты? Он мне куртку спачкал. Вот так я уже изрывала куртку-то. Ты его убьешь. Все, что ли? Прям такая поклевка хорошая была. Видела, как? Да. Дергала. Ага. Есть? Да. Сидит гад. Не крупный. Что-то даже на карасят не похоже, мне кажется. А может и карась. Может и карась. Карась. Просто сопротивляется-то. Ух ты. Видишь, что?
Он сейчас оторвется и уплывет. Нет, 14-ю леску не оторвет. Он не крупный, не такой степени. Ты его выкинешь? Или оставишь? Ставлю. Ладошка, да даже меньше ладошки, конечно. Но нормально все равно. Есть. Чуть ты ловишь, а я опять нет. Не торопись, потихоньку тяни, крути, да. Че, карась? О, хороший, оторвешь. Сюда его, сюда, сюда его, не над водой. Все, положи удочку. Че, хороший карась, да? Иди отцепляй, ну положи ее. То сюда тогда, да, и там отцепляй. У меня тоже там поклевка нету. Мелочь какая-то дергает. Ну, такого же, как и я, поймал крупного. Такого же крупного поймал. Угу. Может, и буду ездить тоже. Планирую. Есть что-то, но не пойму, что. Карась, наверное, крупный. У тебя сколько уже карасей? Я мало, четвертый, наверное. Ух ты, он же выпрыгивать начал. Попрыгунчик. Небольшой карасик. Дергал, дергал. Додергался. Ты видео снимаешь? Да. Круто. Я весь твой разговор запечатлел. Когда? Сейчас, то, что ты мне говорил. Мимо промазал. Нет. Михалычу отдали бы. Кто карася отдадим Михалычу. Какого? Небольшого. А сейчас ты снимаешь? Да. А чего? Кто такой Михалыч? Михалыч? Друг твой, который ест рыбу сырую. Ух ты! Большая? Просто он сопротивляется, да. У тебя тоже было что-то? Или есть? Есть? Вначале прям сопротивлялся хорошо. Карасик небольшой. Ну, наконец-то я тебя обманул по рыбе. Небольшим карасем. Ой, да ё-моё. Попал? Нет. Лошара. Чё ты опять меня опять облавливаешь, что ли? Давай, давай. Ты расслабил, наверное, ушел, да? А тебе не надо было расслаблять. Или есть еще? А, есть. Ни хрена только забросил, сразу поймал. Сильно не надо. Все, хорош. Вытаскивай вот так вот, да. Ой, он зацепился за какую-то херню. Ты не я. Ну, удочку ложи, отцепляй. Морда карася. Есть карасик. Наконец-то я поймал карасик еще одно. Не крупный. Поклевка прям хорошая была. Это какой карась? Пятый? Да, я даже не знаю уже. Одного же я в этот мимо бросил. Один улетел. Ну, мелкий карасик-то. А ты снимаешь? Да. Блин, какой он сопливый здесь. Карась. Давай. Есть? Да. Карасяндрь. Что они так клюют, у тебя аж удочку выдирает.
Да, есть. Он прямо видно в сторону ведет. Небольшой. Сильно так не надо. Хорош сейчас. В сторону. О, да. И вот потихоньку на себя. Хорош. Все, ложи удочку и вот эту отцепляй. Прям совсем что ли далеко? Карась такой голодный. Он тоже что-то дергается. Давай. Червяк у тебя на леске весь. Херово он глотнул, все. Он умер? Нет, да. У него губа порвалась, его больно. Ну вот я ее оторвал. Ему больно. А ты снимаешь? Да. Есть карасик тоже сидит. Не знаю какой. Мне кажется, только не знаю какой. Мне кажется, небольшой-то. Что-то он как-то странно. А. Что это? Это че? Так че он? Ой. Он подбагрился за кормушку. Нихера себе. Что с ним? Ты так ловил рыбу? Нет. Это вообще никак не ловил, да? Я вот как поймал. За этот он запутался. Ну что, такого тогда вообще отпустим, молодец. Почему? Иди. Ну, потому что он не это, не так, как положено попался. Нет, ничего что. А, есть, смотри-ка. Что-то сидит, да. Да. Я думал, нет ничего, там сидит. Последний карась. Да. Предпоследний, может быть, сейчас еще попадется. Да? Да. Сейчас пока буду это делать. А ты еще закинешь? Закину, да. Блин, у меня что-то весь перепутался. Я без корма просто закидываю. Не крупный, конечно, карась, но... Карась. Так, оторваться. Вот. Сейчас посмотрим. Собрались мы уже. Сейчас посмотрим, сколько рыбы. На, снимай. Управляй туда. Во. Да всю грязь слила с этого. Прикормкой. Оно вылило. Сколько ты там карасей поймала? Не знаю, много. Перевалила же. Ниже, направь. Ох, чуть не вытащи. Да не, немного. А что так мало? Оказалось много, да, они просто небольшие. Садок просто большой. Близко так не надо, подальше. Так что вот так вот мы поймали карасиков. Она меня переловила, конечно. Я ж только 5, наверное, точно поймал. Это, наверное, больше, да? А что они так плещутся? Ну да, небольшие, конечно. Так что вот так, все. До следующего выпуска. По карасю мы открылись, уже хорошо. В общем, пока.